сегодня видели вас в торговом центре. Вы классные. Возможно, мы там много сегодня провели времени. Устали. Спасибо вам большое за такие пожелания, теплые слова, очень правда приятно. Мама у меня самая лучшая, самая лучшая. Валера с тещей очень повезло. Мама у меня просто идеальная женщина, я ее очень сильно люблю. Рост у меня 1,75 м, вес 59 на сегодняшнее утро. А свадьба рано, смотрите, у нас через пару дней полгода отношений. Вот, свадьба будет, у нас будет 8 месяцев уже отношений. А за эти полгода, если кто наблюдает проект, то понимает, что у нас достаточно много тяжелых было ситуаций. Мы все прошли. Мы если вспомнить 3 месяца назад, когда Валера сделал предложение, я кричала в грудь и била себе, что мы готовы. На самом деле, в тот момент мы не были готовы. И после этого предложения прошло 3 месяца. Вот 3 месяца был такой период у нас очень тяжелый. Очень тяжелый, и мы много прошли, много обид было, много ссор было, много слез было и с его, и с моей стороны. И на данный момент, на сегодняшний день, я и Валера на 100% уверены, что мы хотим в будущее идти вместе. Вот. Вот и все. И тем более мы хотели свадьбу летом, а из-за этого мы взяли, можно сказать, последний день лета. Вот, для свадьбы. День. Валерка, не грусти, он устал. Мы сегодня вот в 9 утра выехали, и целый день дела. Ждем эту машину, пока нам эту фару починят. Он просто там разбирают, собирают, им очень все долго красит еще. Уже сил нету. Так, а Валерке 31, мне 25, через месяц мне уже 26, я уже все. Старушка. Уже 26. Так, не успеваю читать, все на платье сливается.